Всем привет! Как вчера? Сегодня воскресенье, я отдыхаю дома. А вчера я участвовал в вечеринке с моими друзьями. Да, это была очень веселая вечеринка. Ну, я пил алкоголь. Чуть-чуть. Да, чуть-чуть. А мне надо отдыхать сегодня. Сегодня у нас плохая погода в Японии, но будет хорошая погода завтра. Когда я ищу что-нибудь интересное, то я скажу вас. Надеюсь, что вы проводите хороший день и хорошее воскресенье сегодня. Пока-пока!